Жители республики в обязательном порядке должны оплатить налоги до 15 ноября. В списке транспортный, земельный и на недвижимость. Всего плательщиков около 3,5 миллионов человек. В 2024-м, напомню, все платежи планируют объединить в единый имущественный сбор. Белорусские школьники из инженерных классов смогут поступать в вузы по льготам. В республике таких кабинетов насчитывается более 200. В них обучаются почти 2000 старшеклассников. Помещения оснащены всем необходимым – 3D-принтерами, наборами по робототехнике и программным обеспечением. В Беларуси стартовала акция «Не прожигай свою жизнь». Ее цель – профилактика пожаров и летальных случаев вследствие небрежного обращения с огнем при курении. В планах провести предупредительные беседы с участниками, посетить колледжи и лицеи, продемонстрировать тематические фильмы и ролики. В республике намолочено 9 тонн зерна с учетом рапса. Кукурузы свыше 1900. Радуют показатели сахарной свеклы. С полей убрано чуть больше 90 гектаров. Овощей на зиму заготовлено почти 170 тысяч. Позаботились и о животных. Травянистых кормов заложено 95% от плана. В Бобруйске появилась еще одна новая игровая площадка. Она находится на Молодежном бульваре. Торжественное открытие прошло 7 ноября. На 1700 квадратных метрах расположились лавочки, тренажеры, пешеходные дорожки. Обустроено также мини-поле для игровых видов спорта.